Пушкинском районе Санкт-Петербурга 27-летний мужчина с помощью газовоздушной смеси вскрыл банкомат и похитил купюроприемник с денежными средствами. Аппарат был установлен в пристройке к одному из жилых домов на Петербургском шоссе. По горячим следам были направлены наряды ОВД по Пушкинскому району. Вследствие патрулирования территории по приметам, схожим с теми, которые описывали очевидцы, был задержан подозреваемый, было изъято похищенные денежные средства, которые он пытался спрятать. Неизвестный молодой человек был обнаружен во дворе дома по улице Генерала Хазова в подсобном помещении мусоропровода. Подозреваемого доставили в территориальный отдел полиции. По факту кражи возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.